политиков. Я понимаю, что выйти на площадь – это трудно. Я понимаю, что вступить в какую-то там организованную группу, сопротивляющуюся государственной политике – это сложно и опасно. Я понимаю, что на какие-то активные действия могут решиться только решительные люди, и которые обеспечили себе какую-то безопасность, у которых, может быть, нет страха, нет опасения за свою жизнь, за жизнь своих близких. Но сказать, подписать, присоединиться к какой-то петиции, к какому-то организованному действию, в котором тысячи людей, поставить лайк понравившемуся вам видео или тексту и так далее. И все это учитывается. Все это попадает в копилку того общественного несогласия, того общественного протеста, который мы можем все вместе выразить этой позорной сделке. Вообще можно решиться на очень простые действия, которые не требуют ни затрат, ни материальных вложений, ни физических усилий. Просто сегодня это сделать очень просто. Только не молчите, пожалуйста. Только не молчите, если для вас Беларусь представляет хоть какую-то ценность.